Движение по дамбе в эти минуты ограничено. Перекрыто несколько полос в районе Бронки. Причина — аварийная ситуация в маслонасосной установке. Это легенда совместных учений дирекции комплекса защитных сооружений МЧС. По сценарию ЧП произошло при тестовом запуске установки на водопропускном сооружении В1. Маслопровод разорвало. Первыми на место условной аварии прибыла специальная аварийная бригада. За ними подоспели пожарные. По словам специалистов, если в кратчайшие сроки не устранить дефект маслопровода, это может привести к серьезным последствиям. В разливе масла может быть опасно то, что слишком большое давление в магистралях маслопровода, которое может привести к попаданию на нагревательные приборы типа кондиционеров, что приведет к воспламенению и более тяжким последствиям. Кроме того, сегодня же спасатели отработают другую чрезвычайную ситуацию, а именно выход из строя аккумуляторной установки. К слову, именно такое ЧП, но уже настоящее, было на дамбе в феврале этого года. Добавлю, что учения продлятся до 2 часов дня, и только после этого движение для автомобилей восстановят в обычном режиме.